Всем привет! Выпущена прицерийная партия универсалов Lada Vesta. На площадке Lada Ижевск продолжаются работы по подготовке производства к серийному выпуску Lada Vesta в кузове универсал. Собрано уже 10 универсалов. Машины были выпущены в рамках прицерийной партии, а детали для них были привезены из Тольятти. В настоящее время подготовка к серийному выпуску универсала Lada Vesta в Ижевске идет в полном соответствии с утвержденным графиком. Lada Ижевск в ближайшее время должен получить часть сварочного оборудования, необходимого для производства Lada Vesta. Ближе к лету на заводе планируют смонтировать оборудование для изготовления мелких и среднештампованных деталей, предназначенных для универсала Lada Vesta. Какими опциями порадует универсал Lada Vesta? АвтоВАЗ продолжает готовиться к началу производства и выводу на рынок универсала Lada Vesta и его кроссовой версии. Об этом свидетельствуют регулярные подтверждения представителей АвтоВАЗа, а также появляющиеся в сети подробности об оснащении универсала. Например, об опциях, которые будут внедрены в универсал Lada Vesta и версию Lada Vesta Cross, рассказал портал Mascar.ru. Все комплектации универсалов, включая версию Cross, получат новый подлокотник с боксом на туннель пола. Эта опция в будущем в рамках унификации появится и на ряде комплектаций Vesta в кузове седан. Это будут некоторые комплектации Comfort и Lux. Обычный универсал, помимо подлокотника с боксом спереди, получит еще и подлокотник на заднем ряду сидений. Данный подлокотник также планируют в будущем внедрить на седан Lada Vesta, но предлагать его будут только как опцию. Появится на всех без исключения комплектациях Lada Vesta и Lada Vesta Cross запирающее устройство бензобака. Эта функция, как и в случае с новым туннельным подлокотником, появится в будущем и на всех комплектациях седана Lada Vesta. В этом году АвтоВАЗ намерен также улучшить потребительские качества и седана Lada Vesta Cross. Комплектации Comfort и Lux получат до конца года плафон подсветки пассажирской зоны. Кроме того, в первой половине года в седаны Lada Vesta планируют внедрить по аналогии с кроссовером Lada X-Ray подсветку приборов, которая включается совместно с ДХО при повороте ключа в положении старт. На этом все. Всем пока, счастливо!